Значит, мы часть большой команды артистов, которые вот уже второй год ездят по нашей стране, да, в рамках вот антинаркотической акции. Но тем самым мы вот как бы участвуем, выражаем свою гражданскую позицию, да, то есть тем, что нам не безразлична вот эта проблема, которая в нашем обществе достаточно так серьезна, да, на сегодняшний день. То есть мы хотим показать, что можно безо всяких допингов жить, получать удовольствие от жизни, заниматься любимым делом и быть счастливыми людьми. В целом мы хотим поддержать ваше выздоравливание, что ли. Вот в целом какое-то усоциаливание, да, социальный какой-то статус приобрести, может быть, в этих стенах. И как-то поддержать вас и добрым словом, и песней, и подарками. Вот, и, может быть, давайте что-нибудь и споем. Гитару мы вам привезли. Спасибо. Поверь мечту, поверь мечту. Поверь мечту скорей, поверь мечту, поверь мечту, как доброту людей, поверь мечту, как красоту, поверь, когда-нибудь, поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту.